Мир добрых дел. Трехлетняя Даша Иванова из Чебоксар продолжает бороться с опасной болезнью. Страшный диагноз ретинобластома ей поставили 1,5 года назад. Швейцарским врачам удалось спасти жизнь ребенка, но для дальнейшего лечения необходимо собрать почти 3 миллиона рублей. Я главный розовый букет. О-о-о, цветки с коровой. О-о-о, пахнется моей. Молодец! Такие небольшие домашние концерты Даша Иванова устраивает часто. Поет песни или читает стихи. И, конечно, как все дети, играет вместе с мамой в игрушки. Слава возит дедушки, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Слава возит дедушки, и ехали. В паровозике герои любимого мультфильма. Про каждого из них Даша знает все. Как его зовут, какой у него характер и во что он одет. Правда, отличить персонажей друг от друга с каждым днем становится все сложнее. Давай проверим. А ты кто? Мама. Нет, я тебе кого показываю? Я не вижу. В левом глазу Даши живет злокачественная опухоль. Девочка уже перенесла одну операцию. За время лечения удалось добиться некоторых результатов. Швейцарские медики смогли обезопасить зрительный нерв. Онкология есть. У нее до сих пор есть активные очаги. То есть мы так и не вошли в ремиссию. На данном этапе у нас борьба за глаз, а не за жизнь. То есть жизнь в безопасности. Жизнь на две страны. Ольга с дочкой ездит в Швейцарию практически каждые 2 недели. Консультации, осмотры, курсы химиотерапии и сложнейшие операции. Буквально месяц назад доктора восстановили сетчатку глаза. После операции, конечно, было тяжело. Мы 4 дня, она не открывала глаза вообще. Мы ехали оттуда, то есть я ее несла на руках. Мы приехали после операции через 2 недели. К сожалению, нас не очень сильно порадовали. Лечащий нас профессор не может проводить основательное лечение из-за того, что он не видит всех активных очагов из-за плавающей сетчатки. Поэтому очень важно, чтобы сетчатка встала на место. 100% гарантий медики не дают. Как организм отреагирует на лечение и сможет ли победить болезнь, предсказать невозможно. Сейчас семье остается ждать и надеяться на очередное чудо. Могут сказать, что проще удалить, и второй же глаз есть. Ну, как бы я как мама, я не могу этого сделать. Если есть возможность сохранить, я буду пытаться это делать. Мне кажется, что они помогут, и мы все-таки добьемся тех результатов, за которыми мы изначально туда ехали. В швейцарской Лозанне маленькую Дашу ждут уже 2 марта. Сейчас семье удалось собрать 1,5 миллиона рублей. Сделать мир ребенка ярче и четче можете и вы. Реквизиты указаны на экране. Можете мне вылечить глазки.